Не то чтобы команду TNC Predator недооценивали таланты нашей студии, но, по крайней мере, коллектив достаточно неожиданно ворвался, и сейчас филиппинская машина идет по верхней сетке прямиком к призовому месту на текущем мейджоре. Очень классно исполняют ребята, прям не дать не взять. На самом деле, крайне приятно наблюдать за игрой этого коллектива. Ну, а в свою очередь, команда Vici Gaming — это команда, которую мы не очень успели обсудить. Ну, вот, Ярослав, на мой взгляд, ты очень точно в своем твиттере выразился, что, с одной стороны, команда все так же остается топовой, но только напоминает она нам об этом в тех моментах, когда ей это нужно. А в остальных играх они порой подсдают. Это Vici? Да. Ну да, но тут они на этом турнире стараются играть, прям скажем, это не их выступление на Бирминге, мне кажется, да, где там просто был шок какой-то, кровь из глаз, я не знаю, я смотрел, я вообще не понимал, у меня такое ощущение было, что я смотрю, вот там Гамбит Vici была игра, что это не игра Vici, а что Гамбит как будто где-то на квалификациях в СНГ играют, при том с каким-то... Ну, не знаю, в общем, со слабеньким стаком. Ты знаешь, многие команды против Гамбит почему-то так выглядят? Вот ЕГЭ, допустим, выглядели так. Они в интервью все говорили, что мы просто, ну, не считали эту команду за соперника, и мы к ним не готовились. Вот оно что. Да. Ну, может быть и так, но там в любом случае, знаешь, считаешь ты за команду соперника или не считаешь, ты сам играешь либо хорошо, либо происходит просто адовая дичь. Там происходила адовая дичь. На этом турнире Vici играет нормально, но, ну, как бы хорошо, тут у них вроде все, но мы видим, что просто TNC тоже не лыком шито. Я все равно считаю, что Vici могут закомбэчить серию, выиграть 2-1, но для этого надо что-то делать. Легкие прогулки не будет, не будет. Ну, слушайте, на самом деле драфт-то у них адекватный вполне себе был на этой карте, и, по сути, их поражение, оно было обусловлено тем, что они неправильно им сыграли. Ну, им тогда надо было добиться. У них Свен ДП, это сильная комбинация, да, которая берет объект. Это сильный кентавр, это два мага, с которыми вы можете драться. Один ворует скилл, у вас есть герой со скиллом, второй дает глобал на тимфайт. Этим нужно пользоваться, этим нужно, ну, собираться толпой и идти брать объект. Меня вот просто беспокоит, что как раз вот эта идея, она звучала у нас здесь в аналитике, и сложилось такое впечатление, что команда Vici Gaming, она вот ее как раз не поняла. То есть взяли хороших персонажей, но не поняли, как им надо играть, чтобы не дать TNC расформить. Да, они не знают, как им играть. Просто такое ощущение, что они погриндить, да, это гриндить называется, погриндить захотели. Погриндить. Ну, они гриндили всю игру. Ну, иногда бывает, что ты не поймал момент. Знаешь, типа, вот у тебя кентавр, например, там купил блинк. Говорит, парни, есть блинк. Ульта, ДП есть, пошли. Да, давай что-нибудь сделаем. Но в этот момент какая-нибудь ДП, например, говорит, парни, я бы очень рад, но там вот типа бёрстиком попахивает, а мне там Деюла 500 голды даща. Ладно. Пока фармили, умер какой-нибудь Рубик. Ладно, сейчас еще 30 секунд посидим. По-моему, появился Рубик, что, готовы? Там Свен говорит, блин, парни... Там, не знаю, вот у меня тут до БКБ уже 1500 на самом деле осталось. Давайте, может, это. А то сейчас, сами понимаете, сейчас приду, там вот это бёрстком попахивает у них. Давайте. И вот так вот они вот, может, что-то такое. Так иногда бывает. Это глупо. То есть должен какой-то координатор там, по идее, взять БК за рога, ну, кто колет, в основном сказать, короче, ты вот, знаешь, обойдешься без вот и БКБ, стан кинь, если что, беги, короче. Как-нибудь разберемся. Ну, потому что вечно ждать — это такое себе против, ну, против Медузы. Если бы у тебя был бы какой-нибудь... Кто-то, там просто еще Эврис Кинг и Виномансер — это тоже мощный герой очень. Мощнее, чем кентавр. Ну, видишь, против Виномансера пойти тяжело. То есть вообще Виномансер стал камнем преткновения определенным в этой игре. Он пришел, свою линию уничтожили они там с Шейкером. Он очень неплохо пофармил. Самое главное, они даже не то, сколько он пофармил, а то, как бы Свена они сбили. Ну, выгнал лес. Да, то есть он, ну, как бы очень сильно сбили Свену все тайминги, и еще и Сайленсера превратили из героя хоть какого-то вообще в никакого, который на 11 уровне книгу прочитав, был еще не 6-го. То есть вот как бы такая ситуация сложилась. То есть Виномансера здесь затащил весь старт и весь мидгейм для TNC. Они молодцы, потому что Виномансера никто не берет, а они показывают, что этого героя можно использовать и как его можно использовать. Они на самом деле, знаешь, вот вообще производят впечатление такой команды, которая, ну, несколько пренебрегает героями, которые котируются у преобладающего большинства коллективов и играют на чем-то своем. Но это свое, в свою очередь, очень здорово смотрится в общем контексте тех персонажей, которые появляются у других команд. То есть они разыгрывали этого Виномансера, вот, по-моему, ну да, сегодня вот уже разыгрывали, получалось неплохо. У них там периодически на регулярной основе Teams исполняет на Шейкере, и мы видим, как он исполняет. Очень здорово. Рекламируется абсолютно. Ротикей ругается, да, ругается. Ну да, вышку не убей. А что он ругается? Ой, что вышку. Да чупа-чуп спросит. На ДП по тебе. Ну, еще ничего не произошло, ну, он уже ругается. Так вышло, что и герой тут здесь получился Шейкер, ну, который, ну, относительно универсальный. Потому что аппарат получился классный, потому что у врага была ДП. Виномансер — это герой против Свена.
Это действительно контргерой против Свена. И Медуза в Рейскинг — это тоже контргерой против Свена. Пока что все начинается один в один так же. Они взяли веник теперь сразу. Да, они опять берут аппарата своего героя. Только я думал, они возьмут веник Шейкера. Да, и теперь все, что надо делать, это Свена ставить на позицию пониже. Ну, блин, ну, вас контрят, вам не дают играть, вам, против вас берут этого виномансера, возьмите их, убейте другими героями. Например, прямо сейчас какой герой хороший? Для Вичи? Да. Прыгун, Шторм Спирит или Эмбер Спирит? Вот он на них налетает и просто как бы разбивает им лицо. Вот виномансера... Эмбер тоже точно сильный. У Эмбера, помимо всего прочего, еще есть щит магический, который очень неплохо. Ну, вот Шторм, допустим, вот я когда играл на виномансере много, вот меня больше всего раздражает. Шторм, Гуль, вот эти герои, которые на тебя могут напасть и убить. А я подумал о герое, который может напасть и убить на этих двух кастеров, а Скайврасе. Ну, как тебе сказать, все можно, конечно. Ну, такое, знаешь, на нем лучше убивать именно прыгунов. Все-таки виномансер — это танк. А аппарат — это чувак, который стоит сзади. То есть на него на одного не напасть, второй будет рад, что на него нападет. То есть немножко не те герои. В общем, по поводу Эмбера соглашусь. Ну и по поводу Шторма тоже. То есть у противника уже как минимум 0 станов в первых двух персонажах. Ты можешь дальше подбанить, опять же, вот Шейкер, который был неприятный, подбанить там еще что-то. И в любом случае контроля не так много будет у твоего противника. В любом случае здесь Шторм или Эмбер уже заходят вроде как неплохо. Тем более, что Эмбер вообще у нас топ-пик. Ага. Тоже, ну, они все-таки хотят играть с Кором Свеном, и Дарксир позволяет играть с Кором Свеном против Виномансера. Да, ну, сейчас вот это уже выглядит куда более весомо. Это нормально, это нормально. Этот герой включается в новую игру против этих двух героев. Вот. И при этом шанс появления Эмбера все еще есть. Ну да, Эмбер, Дарксир — это вообще очень сильная история. И еще есть один, который вкатывается под Дарксира сильный, это этот Эр Спирит. И он, когда в контакт с этими двумя парнями входит, уже сильно получается. При этом аппарат не мешает пулить Спириту и Дарксиру. Да, и банит уже сразу лайфстиллера. Наклевывается уже интересный драфт для Вичи. Паратрума подбанили. Ну, кстати, он тоже мог добираться с щитками. Было бы крайне неприятно там. Да, уже да, меня, да. Мне Баратрум... Герой, который в контакт уже должен входить и заставлять... Мне не вспомнил. Очень здесь нравится, просто знаешь почему? Я уже представляю эту ситуацию. Вот это просто побег в один конец. Ты забегаешь, там все в вардах, там все в этих... Тебе плевок навстречу летит. Ну, типа, да, просто все вот ауешно даже побочно. Просто в кого-то кастуется, и ты это все получаешь, но ты же не какой-то корм, КБ у тебя нет, и ты умираешь. И ты не успеваешь толком раздамажить даже. То есть тот же Your Spirit, он лучше. Он вкатывается, он тоже все это получает, но он дает станы, сайленсы, замедление, ставит ульт. То есть он вносит хотя бы дэмэдж. Братрум, мне кажется, здесь вот реально он просто, это был бы камикадзе. Он бы бежал туда. Я могу мысль Ярослава еще продолжить. Ярослав, как ты думаешь, что с Братрумом происходит, когда он бульдоз нажмет под ультом виномансера и аппарата? Ну, он за секунду как бы эти яды пройдут, нанесет ему весь урон, он просто сдохнет в секунду. Да, это тоже забавно, кстати. Бешеная корова. Да. В общем, статус резистанс здесь плох. Здесь не лучший, да, поэтому мне кажется, вот Your Spirit — это да, это герой, а Spirit Breaker такой себе, ну, в общем, его уже и не будет. Вот Шейкера они забанили, что правильно они, в общем-то, сделали, потому что нафиг его. Но, опять же, из прошлого пика осталась еще та же Медуза и тот же ВК, если вдруг что. То есть ВК Джиггернал... хороший, ВК здесь хороший, он хороший если с Свеном и да, против Дарксира, хороший герой, который пойдет вперед для аппарата. Выиграет время и одному, и второму скиллы дать. То есть ВК здесь тоже хорош. Это правда. А из героев, которые еще типа против Дарксира там стоят, ну, Джаггер традиционный, Антимаг, они оба плохи. Потому что, ну, Джаггер против Свена в принципе плохой герой. Ну, Антимаг в принципе плохой герой. Ну, не совсем, но тоже он там темп, скорее всего, не выдержит, и все будет плохо. А вот ВК, да, он постоит. Может даже ауру взять в один, чтобы было чуть попроще. Никса ауру забанили. Хила, я имею в виду. Никса забанили, возможно, желают. Ну, он противный. Он да. Просто противный. О, Титан. Титан. Это был у них да. Тоже сегодня. Это замена Эршейкеру, правильно? Да, 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 да. Это место его. Замена Эршейкеру. Кстати, Эршейкер с Арканой выглядит почти так же, как Титан. Все верно. Вот он ЕС появляется. Вот Эрспирит появляется. Который, кстати, против Титана неплох. Вот сейчас, если на четвертый пик ТНС не возьмут контроль, потому что Титан — это тоже не контроль. Ну, это контроль неплохой, но это вот, да, это именно такой. Ну, знаешь, Титан чем классный? Что у него все-таки дух, который он кидает сдалека, он уже магию амплифает, а не физу, у него два мага. Да. Но теперь тем более еще нужен герой, который будет стоять спереди, и лучшего варианта, чем в Рейскинг, я пока не вижу, честно говоря. В Рейскинг очень выглядит здесь бодро, опять же. Ну, в Рейскинг, Медуза, вот эти танки, такие мощные танки, которые вперед пойдут, для этих трех героев нужны. Угу. А для Вичи мне все больше и больше нравится Шторм или Эмбер, опять же, по желанию, так сказать, что больше нравится, но, возможно, Эмбер даже лучше будет здесь.
По крайней мере, вот я говорю, если они сейчас возьмут и еще не возьмут контроля, например, они сейчас подумают, блин, Медузу забанят следующим баном, давай ее сейчас возьмем, то получится, что вообще ноль станов. То есть просто Эмбер прыгать не хочу. Ну, его надо брать, да, потому что Эмбер штормом может стать, а шторм Эмбером нет. Поэтому пусть берут и там уже выбирают, кем он будет. Так, ну морф тут не всплывает. Это хорошо. Да не, если пикнут, он прям всплывет. Он тут не всплывает. ВК. Ну вообще ВК смотрится. Ну точно должен герой, который будет ставить против Дарксира. Который... Это сильный герой против Свена, и он создает, собственно, пространство. Ладно, если не ВК, кто еще может? А я не знаю, героев особо нет. Но опять же, на Эксбане Джаггер и Антимаг мне не так сильно нравятся. Хотя на Chaos Knight TNC играли. Ну тот худший герой. Ну не худший, ну ладно, худший. Ну ты просто посмотри, тут ну, вот да, нет, даже понимаю, эти да. три героя. Все-таки ВК. Ну да, логично. Ну, да. Пока супер. Оба драфта очень разумные. Ну а здесь должен быть, да. по идее, Эмбер, мне кажется. О. Ага, все, понял. Хороший выбор. Недаром банили TNC на прошлой карте. Снайпер, тогда шторма надо банить. Таки, о, до него не добраться. Кто будет добираться до снайпера? Смеда? Может, Нуса какая-нибудь? Ну нет. Вообще, я знаю героя, который добирается до снайпера. Ну, самый очевидный шторм. Это Пангольер. Он так добирается, что лучше бы снайперу этого не видеть. Вот такой, он просто катается. Своих, ну, имбирь еще. Кстати, имбирь с аганимом, по идее. Тоже добирается. А клинк с аганимом? Да. Не, ну он же пешком бежит. Нет, он с блинком тоже. На лице уже у него сидит. Он шмоток столько возьмет. Он прыгает с блинка, нажимает инвиз, тут же дает тычку, появляются два чувака, и они втроем разбираются. Эти вещи, они не совсем на разгон. Забанили Оракла, что, в принципе, грамотный бан против того, что есть у TNC. Оракл действительно контрил здесь много чего. И снайпер бы сейвил. А, вещи могут подхил какой-то взять, честно говоря. Подхил? А, нет, стоп. Герой под комбинацию с Дарксиром. Идеальнее всего. Дизраптор? Дизраптор, Винтер Виверна. Виверна, кстати. Мне Дизраптор не нравится против ВК. Все равно будет на передовой стоять ВК. До аппарата всяких ты там не дотянешься. Виномастер, скорее всего, все равно свои скиллы, что называется, скастует так или иначе. И в итоге ты как-то будешь, скорее всего, ставить эти все время ульты в ВК, который только рад, что ты ставишь на ульты. ТХД? Марс? Ну, кстати, ТХД ничего. Марс суппорт? Серфспиритом? Да, чего нет. Пятой позиции Марс. Ну, у тебя будет просто 4 милишника, которые будет тяжело ланинг поставить против таких ренджей и снайпер. Который зависим от того, как у тебя пацаны линии постоят. ТХД, кстати, мне нравится, если что. Ну, вот реально он неплох, мне кажется. Потому что в отличие от Дизраптора, там не раз в минуты две этот комбинация намного чаще можно стягивать в этот в айспад. Плюс подпушек. Ну, то есть тавер дэмэдж какой-то появляется дополнительный. Лайны пропушивать можно получше. Что не точно важно, потому что у противника этот чертов рейскинг. Короче, Джакир у меня более-менее... Может быть, есть еще герои? Ну, тут несколько вариантов. Тут да. Типа Джакира, Виверна, Дизраптор. Либо герой с подсейвом, который хилит. Мне кажется, Эмбер возьмут сейчас TNC в итоге. Ну, сейчас посмотрит Last Pick, конечно. Увидит там непонятно что. Что, они шторма не боятся? Они не боятся ни шторма, ни Эмбера, как мы видим. Возможно, они подумали, что если не шторм, то Эмбер. Если не Эмбер, то шторм. Давай забавим Кунку. Вот. Браво. Ну, типа, понял, White Games. Next level. Если они рассуждали так, то прям низкий поклон. Ну, просто у них так-то задуматься, у них на шторма и на имбере контроля мало. У них немного, да. Ну, то есть Your Spirit только. Silence Your Spirit очень хороший, конечно. Но может появиться быстрый иул ВД. Да, вот герой с подхилом. Вертелся на языке, но я его не нашел в пиках у герой с подхилом. Он мне не... Ну, он как Secret Line, очень сильный лайнер. Secret Line — герой с подхилом, да. Но в мидгейме он бесполезный становится. Здесь, мне кажется. Как пятерка, он будет без денег. К сожалению, он не является суперхорошим контролем. Ну, здесь, собственно, герой, который добирается до снайпера. Либо герой, который побеждает лейту снайпера. Второй вариант. А у лейту снайпера никто не побеждает, поэтому... Ну, шторм. Соло мид спектра. Шторм или Эмбер выглядят довольно неплохо. Может быть, есть свой план какой-то. Ну, блин, мага у них много. Допустим, Лина, Зевс не нужны. Да не, это реально лишнее. Запушить они
Могут. А если мипа? Не, мипа там тоже достаточно. Там куча уешек. Шторм. Ну, там уже шторм. Ну да, понятно. Вот понятно. И вот как раз Witch Doctor. То есть, возможно, если бы это был бы, например, Леон, было бы сложнее на лайне, но было бы полегче где-то в мид-лейт-гейме. Просто ну, что-то Свен в прошлый раз, лучше, я думаю, скажет, давайте лучше на лайне, мне будет нормально. Но мне кажется, что у них задача, возможно, больше не в том, чтобы как-то Свену на этом лайне сделать получше, а попробовать на другой лайн перейти с Свеном. Такая вот технология вот эта свапов, знаешь, линий. Так иногда делают. Какой драфт наиболее предпочтительным, по вашему мнению? Оба классные. Реально оба классные. Ну, я на вещи, пожалуй. Ярослав? Я не знаю. А, и ладно. Давайте проверим, как зрители на нашей трансляции проголосовали, какому драфту отдали предпочтение. Или обувочный. Да, ну хотя зрители-то не только на драфты опираются, оно и понятно. 55% на TNC, 45% на Vici Gaming. Примерно такие же расклады, по-моему, были на первой карте, только поменялись местами теперь эти цифры. Ну ладно, арифметики нам не надо, да, нам доту красивую подавай, и будем надеяться, что вторая карта, она нам ее и преподнесет. Да мы тоже на это будем надеяться. Ну и правильно, Минески хорошо отыграли. Почему, собственно, их не проголосовать? TNC. Почему я по Минески подумал? Не знаю. Ну, твои любимые, опять же. Да, мои любимые. Да. Я просто не переживаю, 71 от них ушел. Слушай, у меня одно такое ощущение, что когда ругается Ротикей, на него смотрю, что он ругает меня. Вот я просто вижу, второй пик идет у команды. Вот только второго героя взяли. Он уже кричит, он уже что-то доказывает своей команде. Таким миксануть ласта и Ротикея. Он еще в камеру будет смотреть и орать. Это будет ужасно, это просто будет жесть какая-то. Да, друзья, вторая карта, начинаем смотреть. Собственно, пока аутсайдеры, ну вот именно по прогнозу на этот матч, они побеждают в первой карте, причем побеждают с хорошим пиком, с хорошей игрой в целом, не безошибочно, естественно, но тем не менее. И вот даже страшно предположить, что будет, если ребята из TNC выиграют счет на 2-0. Ну, у них очень хороший драфт, на самом деле. Во-первых, контроль на шторма, опять же, он отсутствует, единственный спирит. Вот от ее спирита будет все зависеть здесь. Вот как он будет двигаться по карте, как он будет уничтожать шторма на меди. Вот, если он будет фейлить, все плохо делать, стоять на месте там, на одном лайне и нормально не роумить, не уничтожать всю карту, то, скорее всего, они проиграют. Потому что, во-первых, нужно шторма загнобить очень серьезно, чтобы у него не было хорошего старта. Внизу нужно хорошо поработать там, по аппарату и сверху тоже помогать. Вот на этих телепортах, на перемещениях вся судьба Vici Gaming висит на этом парне. Потому что по-другому я, опять же, не вижу, как они будут убивать, как Vici Gaming будут убивать ребят из TNC. Ну да, тут вот Storm Spirit — это проблема. Айсбласты, залетающие издалека, Элдер Титан, который своим духом тоже может цепить этого снайпера. Я не знаю, снайперу нужно маневрировать, при этом очень много дамажить, очень много обязательств накладывается на плечи этого маленького персонажа. Как справиться, сложно сказать. Выбор такой, знаешь, был как будто на предупреждение, да, ну, мол, вы возьмите Медузу или от Волдвауэр, кого-нибудь, там, кто-нибудь будет в бане, а мы у нас снайпер готов, и мы линию выиграем. Но, естественно, эти герои не появляются, появляется стандартный классический шторм в руках Армела, что уже, безусловно, является грозным оружием. И мне это оружие очень нравится. Last Pick'ом от TNC, мне кажется, классно закрыли драфт. Шторм неплох. Но, опять же, вот, посмотри, вот этот вард уже на мидл, который поставил фейт. Этот вард говорит о том, что постоянные будут залеты на мидл. А тут, на самом деле, геймплей достаточно простой. То есть Dark Sorcerer спиритом идут в хард, начинают линию поджимать, уходят за вышку, там где-то нейтралов собирают, Dark Spirit отлучается буквально на какое-то мгновение от Dark Sorcerer под щитом, и вот он уже в спину к шторму вкатился. Либо аппарату. Да, в общем, и убивать достаточно просто. Здесь нужно именно хорошо отыграть четвертой позиции команде Vici Gaming, на мой взгляд. От игры фейда очень много будет зависеть. Но TNC традиционно для этого матча забирает три первых баунти руны пока. 3-1, да. Уже повели по золоту, ну, понятное дело, это логично. Вот это очень хороший вард, вот который возле тим стоит сейчас. Вот это как раз-таки для того, чтобы Air Spirit в спину к Storm Spirit'у не пришел. Вот это очень важно. Потому что вот через этот вард, скорее всего, Air Spirit будет прокатываться, проходить, и Storm Spirit об этом будет знать. Желательно бы, конечно, этот вард убрать, но о местоположении такого варда догадаться очень сложно на старте. Вот постоянно будет здесь, но этот вард просто будет сейвить. Реально будет сейвить здесь шторма. То есть нужно будет обходить как-то поглубже, уходить там вот через дополнительный этот вот лесок в районе тир 2, вот там пробегать, чтобы в спину зайти. Ну или как-то через какую-то руну, наверное, потому что вард особо руну там не покажет. В общем, да, есть нюанс, есть нюансы. Вард хороший, мне понравился. Ори начинает закидывать уже шапнели в центре, Армел пока стоит под своей вышкой, 2 на 2. Но я думаю, что по крипстату не должно быть все примерно одинаково, если не будет вмешательств со стороны суппорта. Ори пока отлично, 6-0 против 2-2, сейчас Батауром еще будет напрягать. И всегда, вот, потому что ребята будут стоять на самом деле между второй и третьей вышкой снизу, и
там нет вот этого варда как раз-таки. И Эрспирит может потеряться. Он может потеряться и вот с какой-то подветренной стороны, вот примерно отсюда, закатываться в спину на там, красного шторма на разменах. Но это чуть ли не единственная область, откуда можно внезапно вкатиться. Но здесь пока контролирует все ее, он показывает, он дает информацию своему Шторм Спириту о местоположении двух персонажей со сложной командой Vici Gaming. Поэтому все ясно. Там на легкой, по идее, должен спокойно фармить Race King. Ну, вряд ли ему помешает хоть что-либо, кроме, собственно, Таура добивать комфортно крипов. У него 9 на 1, то есть все будет замечательно. Я думаю, ВК очень хороший дэмэдж, я думаю, он справится. В принципе, 11-2 уже идет. Ну, хорошие фармеры, хорошие первые позиции, они по таурам умеют этот дэмэдж рассчитывать. Это было уже проверено годами. Да причем, да, на лансерах, на антимагах, сейчас как показывает практика, на любых героях, вот так оставляясь в соло против крипов, нормально справляются ребята. Раньше вообще проблем. Как делали, потому что тебе нужно было делать два удара по тауру, а у тебя дэмэдж же разбросанный, и когда с топориком люди приходили, они вот в таких моментах, когда там Дарксир с каким-то аксом, да, там заходит за таур, и ты топорик укладываешь, чтобы добить там, допустим, рейнджевого крипа, чтобы это стопроцентно прошел. Потому что ударчик, два удара таур, и ты удар делаешь. А с топором можно и не попасть в этот дэмэдж. Дота развивается, игроки, конечно же, все скилловее и скилловее постоянно, да, у нас улучшают свое микро. И вот в плане того, чтобы стоять против крипов и под вышкой добивать, вот проблем вообще никаких не должно быть. Главное, чтобы еще и проблем не было у папарацци, потому что, вспоминая начало первой карты, мы помним, какие проблемы были с легкой линией у команды Vici. Здесь все-таки Свен, и опять, смотрите, Тимс начинает напрягать вместе с Куку, очень неприятно папарацци. Крипов у него все-таки поменьше. Вот он в спину. Заход от Fadeable, и это первое убийство. Fairfire не съел, но походу умирал. Вот, о чем я как раз говорил. Вот это очень нужно. Чтобы дать очень большой буст Ори, нужно постоянно напрягать Storm Spirit. Потому что суппорты TNC, они не могут уйти тоже с лайнов. Причем делать это надо постоянно, закатываться вот просто по кулдауну фактически на этого Storm Spirit и стараться убивать. Потому что камбэчить Storm Spirit очень легко. Он буквально несколько минут отлучается в лес, и там он забирает свои деньги с нейтральных крипов, зарабатывает левел 7-8, и вот он уже на ремнанте с ремнантами летит куда-то через Ball Lightning на крайней линии, начинает убивать. Тимс доигрался сверху. Забрали его тоже там. Ну, и крипы забрали, ну, я так понимаю, при помощи двух персонажей как раз команды Vici Gaming. Это то, что нужно. То, что нужно сейчас Vici. Делать фраги. Нон-стоп. Пока сверху папарацци 15 на 4. Но все же есть трудности с получением крипов, с учетом того, что... Янг, соло. Вот. Фейт работает прям как надо. Еще рано или поздно он сделает телепорт еще на топ и там заберет кого-то. Фейт очень грамотно сейчас роумит. Четверка, да, отрабатывает. Так и должно быть по Dying Shell'ам сейчас. У него есть бонусы по урону, соответственно, бонусы по передвижению. Действуй, фейт, и фейт пока нормально отрабатывает. Единственное, что вот снизу, конечно, с Гэби ничего не сделать. Вы даже под двумя щитами, под двумя Dying Shell'ами можете в него вкатиться, но вряд ли вы его сможете убить. Скорее, вы просто там умрете. С Рейс Кингом ничего не поделать на данном этапе игры. Рейс Кинг будет фрифармить, он купит себе там свой Мидас на 11-й, Рейденс к 20-й, и снова придется с ним как-то тягаться. Снайпер 5, Шторм 4, но я думаю, рано или поздно вообще Плесов выгонит отсюда снайпер, потому что ну, 3 бомбанда уже есть у него в бэкпаке, и это слишком большой дэмэдж. Он реально сейчас будет перединаивать именно на атаке. Без пассивки Шторм перестанет вообще крипов добивать. Снайпер должен сейчас будет вперед уходить по фарму. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что Шторм Спирит даже при хорошей ситуации на центральной линии все равно уходит в лес на какое-то время. Геймплей такой. Шапнели пошли, фейт в спину. Армела бьет, Армел разворачивается, есть вортекс, ремнанты пошли. Фэрифайр использует Армел. Делает первым. Убийство, зарабатывает экспу, немного денег, но потом погибает от рук Ори. Фейт красава. Фейт красава работает. Баунти руны первые. Сверху будет стычка у нас на баунти рунах. На верхнем, да, тут иллюзия делает стаки, все красиво, но если не решились ребята из TNC идти. 4-1 в пользу Vici Gaming. Но вот эти стаки, как раз которыми иллюзиями сделал у нас Тимс. Один кентавр не ушел, заснул. Какой противный это маленький парень. Ну и, к слову, очередные 3 баунти руны команде TNC достается. Итого 6. Против 2. Итого 6. Ну, это как раз-таки сдерживает рост экономики от Vici Gaming. Эти 4 фрага должны были... Медасик уже готов. А, то есть мы без фейзов покупаем сразу Медас. Он понимает, что нужно это делать, потому что... Ну, вот он топ-1 по нетворсу. Ну, в соло стоял. Там у него крипов бешеное количество, по-моему, 48, что ли. А у снайпера там... У снайпера, да, там был, по-моему, на втором месте. И сейчас у ДС уже 37. Ну, у ДС там нейтральный крип, понятное дело. Чистый крипинг именно Ори идет. Так вот, за счет 4 убийств, конечно, экономика должна быть получше была у Vici Gaming. Там, ну, хотя бы 1000 преимущества, 1500, может быть, но. Из-за того, что баунтируны отдавали много, преимущества особо нет. Фейт закатывается вот теперь не самым лучшим образом. И вот Армелу бы фраг не отдать, отдает Куку. Ну, вы знаете, и Куку отдавать тоже не хочется, потому что мы знаем, что этот виномансер хочет быстро Мидас выйти, как в первой карте.
Здесь у Габи проблем нету. Фармит, да, сразу моментально себе в кьюкбай кладет Рейденс. Фейзер Рейденс. Классика жанра. Ну, Шторм сейчас вот здесь откомбэчит. Как раз вот эти стаки, которые делал Элдер Титан себе, чтобы делать урон на лайне. Забрал все Шторм Спирит. И, в принципе, не так сильно снайперу начал проигрывать. Что было намного хуже. И сейчас ганг можно сделать по Свену. Вот это самое мощное. Ну, классика, классика жанра, исполнение на Шторм Спирит. Сейчас с командой TNC. Вот все четко. В лес отошел, выформил левел, пошел на крайнюю линию, убил героя. И Армелю еще килл достается. Да. Все, подравнялся со снайпером. Так это работает. Так это работало всегда. Показывает нам как раз таки сравнение двух мидеров. Кто откуда деньги получал, да? Кто с лейнинг крипов, кто с нейтральных крипов, соответственно. Все, что стоил левел есть, сейчас он неубиваемый. На мидл можно возвращаться, опять против снайпера стоять. Вот эти стаки как раз очень грамотно сейчас сделал Элдер Титан. Он еще подстакал леса на вражеской территории, но все равно подстакал. И Шторм сейчас еще их дополнительно заберет. В общем, все неплохо. Там, правда, снайпер тоже стаки выфармливает, но... через шапнель. Шторм поправил. Поправил очень круто. Покажите левел снайпер. Он седьмой там, по идее, да, с копейками. А Шторм, ну, тоже там к седьмому подходит. Ну, по левелу сильного отрыва быть и не должно. Несмотря на смерти... Ну да, восьмой почти даже. Шторм Спирита, он же, ну, умирал двоих, там, экспун двоих делили при фраге. Поэтому, ну да, здесь вот пока у Ори все равно чуть повыше пока на левел. У Ори все отлично, просто все отлично. Веник, опасно, снайпер подходит. Ну не отпусть уже отсюда, этот ассасинейт прям заедет больно. Фарфайр, стики тоже надо юзать сразу на следующий тик. Так он выживет? Тик, тик, ну тик нужно делать. Ну сейчас стики, те же меньше дэмэджа нанесется. Перед предыдущим тиком надо было сделать. Все равно. Все равно выживает. Выживает, да. Хватило, хватило ХП. Все в порядке. Нравится мне, вот об этом аналитики наши сказали, что ребята из TNC продвигают в мету тех героев, которые не очень популярны у других команд, да. Там даже тир 1 уровня, это вот появляется Виномансер в оффлейн. Это возвращение Элдер Титана, если вспомнить, там 17-й год. Те же китайские коллективы, как LGD Forever Young, они любили этого Титана. 15-й год. Да, 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 именно он. Любили они использовать на 4-й позиции, а потом Элдер Титан просто пропадал. Пропадал, никто его не пикает, и вот TNC вот уже не в первый раз, между прочим, этого Титана берут. Ну и молодцы, что вот продолжают использовать тех героев, которые появляются реже всего. За этим просто интереснее наблюдать. Mask of Madness у нас почти у снайпера. Как раз будет в него выходить. Здесь стики. Я думаю, тоже может какой-нибудь медасик даже выйти. Вот они, фейсбуцы, тоже грейженные стики. Ну и пошли. С 9-й минуты фарм Радика. Леса можно уже зачищать спокойно. Там даже стаки есть в некоторых местах. Как раз кликает там Элдер Титан, где можно подфармить, вот, где будет делать стаки. Иллюзии очень круто отводит, по идее. Нет, не получилось опять. Не, получилось, все, отлично. На, все стаки, зашло. Это прям какой-то да, обуз дикий. Да, шторма очень круто. Зайти туда, это все зафармить. Ну, остальным в меньшей степени, конечно, хотя какой-то условный виномастер тоже бы мог собрать. Рейскинг, ему не нужны стаки. На Свена бы опять выход сделать. Вот убить бы его, не дать попараться опять разогнаться, потому что вот медасик у него... Кстати, не так все гладко. Не так все гладко, потому что, помнишь, на предыдущей карте у ВК и у Свена плюс-минус одинаково. Как раз эти артефакты появились здесь. Прям не супер, вау. Здесь еще 700 голды дает, им даже больше. Вот он, Шторм, просто работает. Он работает в своем лесу и работает здесь. Он сейчас ману потратил, на самом деле. Почти всю, делает фраг, болл лайтнинг остается, ассасинейт спину под Меледик там. Еще по пару ударов в спину, но некому эти удары наносить. Скорее всего, будет выживать, ботлом отпивается в промежутках между тиками и будет жить. 43. Будет жить Армел. Камень! Камень! Успел отпиться, отличный камень от Фейда, на самом деле, летел просто с фулл рейнджа. И все еще будет жить. А может развернуться куда-то. Контроль рун, здесь перехватывает Фейд. И дальше на Элдер Титана хотя бы заберут. Небольшая компенсация для команды Вич. Тим второй раз подряд умирает за последние 30 секунд. Фейт. Опасно. Шторм его здесь может забрать спокойно. Даже, наверное, не испугая. Эх. Сайленс хорошо сработал. Фейт еще инвиз забирает. Активная дота. Очень активная. И вот он, готовый мидас у Куку уже на 11-й. Да, забавный факт, что вот Race King за счет того, что купил себе сперва Мидас, потом Facebook, он в итоге все это приобрел к минуте 9. Если бы он делал в обратном порядке, он бы нафармил на 11. То есть 2 минутки сэкономил, это приятно, Radiance появится пораньше. Фейт спрятался. Тимс прям бегает. Тут на конвейер подсел. Как дела у Дарксира у нас? Я думаю, там тоже неплохо все. Вот, как раз первый будет у нас Пайп. Ну и потом, наверное, какой-то Кримсон опять же. Хорошо идет. Уже в топе по нетворсу. Ну какие артефакты? Стандартные нужны артефакты, я думаю, просто на команду, конечно, просто забавы.
Вот тут снайпера придется как-то защищать. С этим вопрос тоже нужно решать уже прямо сейчас, потому что, ну, мы знаем, что Армел рано или поздно начнет прыгать в этого самого снайпера сейчас и хейтить. На Янга будет прыгать. Подвор, так затянуть! Втягивает ультимейт, браво! Очень красиво все сделали. Прям на краешек! Подождали еще ультимейта как раз-таки аппарата. Calculated. Просто идеально было исполнено. Варды, наверное, переагрить нужно Ставра, потому что сейчас они могут довести его до как раз критической отметки уже, когда можно будет заденайть. А заденайт Ауэра, мы знаем, не дают ничего. И смог в исполнении TNT. Тут СВК. СВК на пару. Но Шторма сюда еще хотелось бы. Шторм пока занят лесничеством, да. Вот есть 4 героя без Шторма на топе. Как и же читает игру папарацци? Ушел, да, просто ушел. Прекрасно понимаешь, что там нижний тауэр пропушили, скорее всего, будет куда-то стяжка, и просто моментальный телепорт отсюда. А может снайпер. Быть на снайпер напасть? Ой, какая вкусная цель. Ну, тут, там тут защитники. Вся команда. Смог. Смог развеивается сразу, увидели. Начинает закидывать шапнелями. Каски, пары скингу, не забываем про вторую жизнь. Стан Сайленс получает, не смог раскастовать свой стом до конца. В итоге Рейскинг погибнет просто так, и спасти его, видимо, будет нечем. И ультимейт не был вкачан. А, он даже без ультимейта. Ну, он не стал его просто... Ну, скачивать. Честно, зря зашел сюда. Куда-то далеко они забежали, попытались кого-то убить, но китайские коллективы, они всегда рядышком, они всегда прикрывают своих коров, они... Коры не могут играть без суппортов, что все постоянное прикрытие идет. Ну, хотел немножко развлечь себя, видимо, Гэби, потому что вторую игру подряд делать одно и то же вообще не хочется. Хотел пробовать посмотреть, может, удастся загангать кого-то, убить снайпера, но не вышло. Да, конечно, здесь проще купить себе Radiant, стоять его. Никто не выгонял с его леса, он там спокойно фармил. Ну, просто захотелось выйти. Вышел неудачно. Снайпер уже обгоняет здесь ВК, хотя до недавнего времени все было наоборот. Mask of Madness, да, и Майлстром будет уходить. Снайпер, конечно, опасный герой, очень опасный, когда у него все хорошо на старте. Опять же, добираться до него здесь будут, это факт. Молнии, это все круто, конечно, это для раздачи ДПСа. А для защиты, правда, ничего пока не собирается. Ну, впоследствии БКБ какие-то должны быть в любом случае. Без БКБшки сыграть будет очень трудно. В Каю выходит Армел. Да вот, уже готово, в принципе, Курьер подлетает. Угу. 11 уровень, все в порядке, смог. Очередной смог от суппортов, Teams AU. Выходит, даже не под контроль какой-то баунти руны, просто в район нижней линии. И Vici Gaming опять вместе, они просто по жизни вместе. Счастливы вместе. Надо забирать этих парней. Снова попадает с бласт, комбинация. Интересно, почему выбрали целью Фейда, а не Янг? Янг жирный, Янг с ходом. Его можно было и не убить. А там и сайленсы влетели какие-то. Вот у него, видишь, худ, один со стиков еще. Да, стики бы не сработали под ультой аппарата, но худ все равно дал бы. Выживаемости бы дал, да. Выживаемость огромную. Ну какой соблазн был убить именно третью позицию? Новый рекорд. Быстрее и быстрого. На 52 секунды, 10.28, и у Куку готов. Куку замел просто оборону на этом фланге, хотя вот этот вардик, мне кажется, его рано или поздно спалит. Да тут даже не оборону, он просто давит эту линию, продавливает, потихонечку подбирается к тир-2, я бы сказал. Ну такой, да, про него забудешь, вот у тебя уже и вышка тир-2 покоцанная, там тир-2 потом снесется. Там я видел, после мидаса у него 2000 голды, то есть опять очень много денег будет. Много артефактов. Все, наверное, прокликает, что сейчас где-то может быть здесь вард. Вот под такой ультимейт, например, шторм бы на всю ману как влетел бы. И все. Да еще влетит. Здесь попараться. Да нет, маны нету. Ну да. Так, сравнение нам двух керри показывают. Ну, лейнинг крипов Рейскинг добил. Ну, чуть-чуть ВК впереди. Ну, вот прочие, да. Прочие заработки как раз-таки, они говорят о том, что вот перефармивает Рейскинг именно за счет них. Дасик работает. 300 уже готово. Да, Гэби все, перестал заниматься этой ерундой, ну, в плане того, что в поисках какого-то снайпера бегать и гангать. Решил, что вот Radiance, Blink, а там, да, дальше уже поиграем, собственно. Проходили, знаем. Первая карта тому подтверждение. Снова вниз залетают айсбласты. Контроль баунти. В очередной раз 3 для команды TNT. Ну, Twitchy Gaming против TNT есть какие-то трудности с тем, чтобы баунти контролить. Уже не первый раз я это подмечаю. Что как-то вот TNT оказывается проворнее, хитрее, быстрее в плане вот контроля этих точек на каждой пятой минуте. Все равно, вот нет-нет, казалось бы, минорно, но это влияет в том числе на экономику, на скорость получения каких-то очень важных артефактов и так далее. То есть, ну, с баунти, как мы знаем, работать нужно. Интересно, работать нужно. Хороший здесь будет врыв. Я думаю, Фейда сейчас получит щит, и он будет рываться. А там помощь. Там Элдер Титан покатился. Это билет в один конец, кажется. А куда ты покатился-то, молодой человек? Здравствуйте. Ну там вакуум, подожди, правда, стана, титаны, Пойзенова залетел, туда же разлом сейчас от Тимса, здорово, Тарксир. Ну впитывает пока очень реально плотный персонаж, Гэби здесь, каски. Надо отходить. Отошли вовремя. Все окажутся, тут попараться где-то за углом, может быть, Иори уже со своим Mask of Madness и молниями очень много будет дэмэджа выносить. И опять же, быстрейший форстав.
На этот раз на 15 секунд быстрее форстав приобретает обычно. Такое ощущение, что Навидомайсер только один куку в этом турнире играл. Поправьте, если я не прав. Наверное, больше никто и не исполнял. Поэтому, собственно, все рекорды на этом турнире от него. Я не помню Навидомайсеров, но у меня в групповой стадии его не было. Потому что я комментировал группу D. Я тоже веников не помню. Но, скорее всего, это все рекорды куку, которые он сам и побивает. Очень хорошая защита сейчас у ВГ. Есть и Дарксир хорошего левела. В принципе, и снайпер, который дамажит, может, и спирит. Вместе с касками, если комбинация это работает, то вот эти безблокенбарные ребята, они в дизейбле стоят очень много по времени. Смог выход. Ускорили папарацци. Залетает на Эйю. Ну там под сайленсом разберут быстро, но это суппорт пятой позиции. Надо больше, лучше, вкуснее цели. Вот она, вкусная цель Гэбби с акротрейлингом без райденса. Ускоряется, знаете, под цветы не слишком опасно. Лезут ребята из Вичи Гейминг. Там будет реинкарнация второго уровня уже. Гэбби Майнст уворачивается от каких-то камней. Титан дает пока свою... Фейт, куда зашел-то? Сейчас будет на развороте атака. Реинкарнация сработала. Что дальше? Хороший стан сейчас по спириту. И каски какие, что спирит залетает, но не поддевают. Извар все еще работает. Там минус фейт, конечно, но забирает и второго суппорта в размен на Виномансер. Байбек еще и от аппарата был. Ну, не так плохо для Вичи Гейминг. Не так плохо для Вичи Гейминг, но и TNC на самом деле много потеряли. Байбек от аппарата, потеряли свою третью позицию. Не так все круто. Байбек же был, да, от аппарата? Да. Байбек. Не показали. Должен был быть байбек. Но... Ну вот пишу, да, байбек. Ну байбек был. Ну вот снайпер, БКБ. Ну тут все логично, все правильно. Сейчас такая стадия, где Шторм Спирит уже может не врываться. Жестко, вот дамажащего парня выходит 20 дэмэджа, 40 атак спида, без каких-либо редакшенов. Просто чистый, жесткий урон. Не готовы пока сами TNC, наверное, играть первым номером. Все еще без Radiance пока Рейскинг. Будем ждать. Там и блинк нужен какой-то на самом деле, потому что, ну, добираться соперника нужно. Бежать пешком после стана — это такое себе удовольствие. Хочется прыгнуть и дать вплотную. Поэтому, да, блинк, БКБ. Ну, в общем, этот айтем-билд был предопределен еще в момент, когда кликали кнопочку выбора этого персонажа. То есть знали, что он будет собирать уже. В общем, понятно. Не мудрено. 9-9 пока. Ну, дефолтный билд. Да, он просто не меняется уже. Как у, собственно говоря, у папарацци. Так, папарацци. Ну, Свен тоже классика, тоже через Мидас, который выходит. Обычно, ну, как бы могут дагер взять, да, если все получше, а потом уже в блокенбар выходить. Но предпочитают саблю и блокенбар, а потом уже может быть дагер. А может быть, вообще дагер не будет. И да. Ее сейчас опасно, на самом деле. Ну да, убьют здесь, наверное, его. Долгое чтение цветка телепортации делают минус. Габи опасно. Нужно отсюда моментально уходить. Да, хотели его здесь подрезать, но не оказалось. И знают прекрасно, что у него нет ультимейта, большой кулдаун. Сейчас надо с мида-то уходить. Здесь тоже могут пострадать. Опасно, опасно. Нельзя оставаться здесь. Могу сказать, что ребята из Вичи Гейминг сделали работу над ошибками после первой карты. Они реально начинают играть активно. Вот в той карте, в этой же ситуации, счет был 5-6, по-моему, на этой же минуте. И Вичи Гейминг просто пассивно фармились. Здесь от них вот реально выпады. Они пытаются находить соперника, они ищут какие-то драки. И, ну, стараются не давать прям фрифармить уж команде TNC. Хотя здесь, вот, казалось бы, и Медузы вроде нет, да, попроще все-таки. Но есть Шторм, он опасен. Фейт неудачно прыгнул. Есть ультимейт, открутился у Габи. Сейчас можно... там Сайленс, у Шторм Спирит уже имеется и ловит Свена. Могут быть у него большие проблемы, папарацци получает позицию, но откидывается станом сам. Начинает работать по Рейскингу, Габи есть реинкарнация, пошел стомп. И разлом по троим может зацепить. Гэбби реинкарнируется, что Распирит полетел. Кого-нибудь Сайленс нужно дать, пока просто отбегает, влетает, отлетает. Получает Сайленс, нужно теперь его спасать. Шторм Спирит, Армел уходит, кажется. Нет. Не уходит, полетит, взрывается. Слишком жесткий дэмэдж. Неаккуратно сыграл пока Армел. Гэбби тоже пока уворачивается, потому что нет реинкарнации. 1-1, размен не самый удачный для команды TNC, потому что потеряли мидера. Блокенбар нужен срочно. Здесь очень хороший Сайленс, просто моментальный Сайленс. Влетел по шторму, и он просто не смог вылететь обратно. Ну как, он влетел, вылетел, опять влетел, потом уже Сайленс получил. То есть игрался с соперником, доигрался. Играет на суппортах, все по 90 называются. Аппарат 90 голды на 10-м, Виномансер 90 голды на 10-м, плюс 2 Мидаса. И за счет этого как раз-таки очень хорошо зарабатывают по баблу, даже если проседают по фарму. Все фармят. Начинается, знаешь, выравнивать. Первые вот эти, по-моему, 3 в 1 в пользу TNC. Потом 2-2, а потом 3-1 в пользу Вичи Гейминг. Говорит нам о том, что они начинают захватывать карту. Ну и такой мини-выигранный файт. Можно и эту причину здесь тоже назвать, почему 3 баунти удалось захватить Вичи Гейминг. Ну и плюс ко всему не забываем, что каждый последующий баунти, они ценнее, чем предыдущий. Есть Орчит. Есть Орчит, можно какого-то Дарксира даже влететь. Дарксир жирный, не хочется. Дарксир уходит. Боец.
Блокинбары нужны. Очень нужны блокинбары. Даггер и блокинбар раз. Вот как раз у них примерно одинаково. А Свен уже готов. Свен и готов. Остается где-то... Сколько там? 50 голды там. Угу. Ну, БКБ он. БКБ снайпер. Поехали. Все в дэмэдж, все в мувспид, в жир. Ну, сейчас хороший момент. Сейчас очень хороший отрезок, потому что Storm Spirit БКБ себе еще только начинает фармить. По 3500 им денег нужно сейчас. Да, а у команды Дайта готово все. То есть есть два блокинг бара на кор героях. В принципе, можно навязывать драки, можно быть сильными, можно убивать. Надо идти вперед. Пику будет собираться. Потом пика, наверное, какой-нибудь Дейдалус, может, возьмет. Дэмэдж выносить более жесткий. Что, в Рошана? Или просто смачок? О, Гэбби на реакции. Блинкаут, шикарно. Фарадзе, правда, в погоню за Сюрджем пошел. Гэбби пробивает спину очень больно. Есть Сайленс, первую жизнь сняли. БКБ все еще работает по Фарадзе. Что он спирит летает дальше. Под вортекс стягивает. Отличный разлом. Минусует Пич Доктора очень быстро. В этот раз обойдемся без Дезварта. И пытается уйти Свен. Получает стан на развороте. БКБшка закончилась. Что дальше? Снайпер с подветренной подходит. Дабл дэмэдж взял. Ни в коем случае сейчас драться нельзя ребятам из ТНС. Там будет просто разрыв всего и вся. Причем кажется, что Vision на это дабл дэмэдж не было. 300 урона. Угу. Да, все правильно. Драться не продолжили. Сделали один минус, сохранили жизнь Рейскингу. И у Storm Spirit там мана заканчивается, поэтому... Неплохо для TNC. Ну и секундочка БКБ. Вот, надо важно считать. Важно уже начинать эти просчеты, потому что БКБ первое было использовано на 22-й минуте. Но, собственно, чем дальше попараться будет вот так использовать БКБ, тем хуже для него же. Ты вспомни прошлую игру, как долго он не использовался, и Блокинбар там два в двух замесах, и то он там прожимал в самый ответственный момент, и у него 8 секунд там держались прям супер долгое время. И потом уже под конец там он начал постоянно прожимать, и пятерка в пятерку превратилась. А здесь уже минус секундочка. И то, эта секундочка была потрачена на что? Не на что. Чтобы сбить ультимейт у ВК. Да. ВК там уже второй ультимейт, по идее, имеет. Даже уже да. Третий. Ну, у него второй был. Поэтому так долго откручивается. Третий там совсем будет сколько там? 40 секунд на третьем ультимейте. Ну, здесь какая ситуация? Что, в общем-то, картина первой карты, она повторяется, но с одним условием. Все-таки Storm Spirit — это не Медуза. Как бы он ни был хорош, как бы он классно не нажимал кнопки, как бы здорово не врывался, Storm Spirit все еще не Медуза. И, может быть, затягивание игры вот так вот глубоко, в какой-то лейт, может быть, не так выгодно будет команде TNC. Ну, честно, Storm тоже сильный персонаж. И когда вот эти блокинг-бары реально становятся 5-секундными, он начинает резать. Ну, то есть в сравнении в кор-героях Виномансер, Рейс Кинг плюс Шторм Спирит против снайпера Свена и Тарксира ты бы поставил на нет, я поставил бы направо, но все равно, слева тоже неприятно. Как ты в драке? Там хексы потом появятся рано или поздно, можно под хекс кого-то цепануть очень жестко. Агони может появиться на Шторм Спирите, как раз всех вместе цепануть. Выход на баунти, нет, баунти руны через минуту, вру. Просто. Решили сместиться тут под смачками. Причем вообще, когда ты стягиваешь по области... И видят, под этим вардом видят, что сюда змейка поставилась. Что где-то здесь находятся игроки команды TNC. Выходит. Эйю. Интересный фейс-чек. Спрятался, вард поставил. Знает, откуда он вард поставил. Конечно, накроет. Но минус пятерка. Так вот, стягивать здесь, конечно, очень классно. Такие можно... Отличные хайлайты устроить, когда ты знаешь, что у тебя Ice Blast может накрыть по большой области, да, там, под Виномансера, под особенно разлом Elder Titan. Это классно звучит, поэтому Vortex по области — это прям очень круто. Жду, очень жду. Хочу посмотреть на это. Давно не видел. 1000 остается здесь для ВК и где-то 1500 для Армела. Чуть побольше. Грифсы. Грифсы тоже неплохо. Дополнительный баф. Надо выходить в жир. Опять же, Кримсон или Вагани, может быть. Ну, Кримсон, Гвард, наверное. Опять против Свена, но не так эффективно. Нужен Кримсон и Эфирил Блейд. Эзерил хорошо было. Ну, причем... Ой-ой, просто врыв какой-то дикий. Бедный Армел. Они перехватят, Армел. Ну, нет. Чуть не встрял. Уходит. Это был бы идеальный тайминг, зная, что... Ну, точнее, не зная, догадываясь, то, что скоро БКБ появится Шторм Спирит, но все еще денег не хватает, если бы они его убили, они бы ему сбили... тайминг, ну, на минуту-другую, может быть. Но не вышло. Не вышло. Тут ускользнул Шторм Спирит из-под лап соперника. Не подставился. Причем в той карте мы помним, да, касательно вот Куку, он выходил первым артефактом Кримсон как раз-таки через Вангуард. Здесь он решил сделать ставку на Грифсы в первую очередь. Невзирая на то, что даже Сайленсера вроде как и нету Вичи Кеминг, но вот просто апхил, просто пережить начальный влет соперника — это довольно важно. Дарксира все круто. Эти бафы, конечно, будут очень сильно помогать против героев TNC, против Элдер Титана и против аппарата, пайпы, мейки, грифсы.
пытается размениваться с товарами. Да, скорее всего, так и будет. Тир 2 на тир 2. Хотя сюда можно и телепорт дать. Хотя нет, сами Витчи хотят еще и вторую. Второй тавр забрать на миде. Вот. За второй-то подерутся. Шторм опасно. Влетают. Ой, как быстро, ой, как быстро. Сайленс дал, и его убьют же просто так. Вот так вот Армел влетел в центр. Неплохо сыграно, минус Шторм Спирит. Вот теперь можно забирать вторую тир 2. Правда, Рейс Кинг будет давить на верхнюю линию. И туда придется, скорее всего, телепортироваться. Кому-то, может быть, одному, двум героям команды Вичи. Но такой большой соблазн забрать еще одну внешнюю вышку. А, Рейс Кинг спустился вниз. Да, то теперь можно спокойно забирать. Шторм Спирит, 47 секунд. Байбекаться он не захочет. Поэтому, да, Ори спокойно забирает еще. Может быть, на Рошана выйти? 40 секунд, вообще-то. Ну, вообще-то хорошее окно. С третьим ультимейтом на Свене, в принципе, можно. Все бафы есть, все есть. Особенно ничего не потрачено, бакенбары на месте. Очень сильный сейчас снайпер, очень сильный Свен. И подраться могут, Тим сейчас умрет просто на халяву. Не поднимайся, там хайграунд смерти. Там хайграунд смерти, куда Black Ward сперва поставить, чтобы разведать территорию. Просветили, увидели. Свен уже готов рываться. У Дарксер есть дагер? Дарксер нет. Вот, следующим как раз артефактом 300 голды. Нет, все-таки так, решил. Грифсы решил купить, да. Мог дагер купить, на самом деле, под жесткую комбинушку. Вот из-за жесткой комбинушки соперника, где, думаю, ребята из Вичи не пошли на Рошана. Но вот даже если нет Штронспирта, ты прекрасно понимаешь. Но сейчас разблом, айсбласт, Пойзунова залетит. Ладно, мы там с БКБшками два кора, да. Как же на остальные наши три тиммейта будут там жить? Нужно очень жестокую, прям хорошую позиционку занимать. Папарацци в спину заходит, Тимса встречает. Раз, два, три, четыре. Ассасинейт залетает. Есть грифсы. Отличные грифсы. Сейв по Тимсу. Тимс будет жить. Ой-ой-ой, ГДС прожали. ГДС прожали раз. А Гэби пошел. А Гэби пошел. Находит Вичдоктора. Привет, Вичдоктор. Очень быстро тебя сольют. Откидывается касками. Получает айсбласт. Там тоже апхил от Янга. Неплохой. Рейскинг погиб. Там в тюрене папарацци перепрыгивает соперника и выключает очень быстро Тимса. Рейскинг реинкарнируется, включает БКБ, ее подтянули. Его тоже убивают. Неплохо, Вичи Гейминг. И ВД выживает. Как он выжил вообще? Не знаю. Что его там... Ну, там конечно, Янг очень сильно постарался. Там все кнопочки прокликал, которые у него были. Но это хороших два минуса от Вичи Гейминг. Вопрос, что дальше делать. Остается Шторм, остается Рейс Кинг и Виномансер с прокастом. И ребята из Вичи Гейминг, даже зная, что отсутствует суппорт, и просто не лезут на Рошана. Слишком страшно. Слишком опасно эти раскасты. Свен пошел. Нижний лайн с дабл дэмэджем. Ну... Честно, неприятно. Реально, сейчас два дэмэдж-дилера. У тебя не только Свен тут будет играть. Ни одного парня нужно будет контрить, а двух. Потому что, мне кажется, снайпер даже сейчас посерьезнее, чем Свен будет. Ну да. На данном этапе. Сейчас очень больно делает. У них по нетворсу прям одинаково, по 16 тысяч. И Шторм, да, вот есть у него блокинг-бар, но пока страдает. Эти киллы ненужные были, когда два раза его убивали, что в миде, что вот сейчас вот по тир 2 таурам. Вот он, дэмэдж как раз от снайпера нам показывает. И доказывает серьезность этого парня на данный момент. Ну, показывает то, что TNC пока не могут до него добраться. Но, кстати, мы видели, что разок БКБ нажал в этой драке. Ори. Да, ведь у него 9-секундная, да, по идее. Девяточка. Ну, 9 оно много. 20 уровень уже имеет. Ой, как больно он там настреливает. Но внезапный блинк от Гэби и стан в упор может решить вопрос с БКБ. Это сейчас может все произойти. Давайте прямо посмотрим. Сейчас. Но вижена маловато, конечно. Там в спину. Ой, позиция-то хорошая, у Рэдиан, то там, правда, вся команда. Выйти в спину, может быть, суппорта быстро выключить, тоже было бы неплохой идеей. Влетает, что на спирит, будет ли Вортекс. БКБ пока не нажал. Гэби прыгает, тоже стан туда подает бат, нужно быстро выключать. Ори! Ори, БКБ, фростафт, он все равно умирает. У него нет байбека, Гэби будет драться. Гэби есть реинкарнация. Папарацци как раз-таки выбивают эту реинкарнацию. Что дальше, Гэби? Дабл дэмэдж там, на Свене. Просто вырезают здесь ВК. Спасает его Crimson Guard. Где? Просветка. Ну, второй раз-то уже уходит человек. Ну, просветку надо носить, ну, парни. Там Глиммер, да. Нужно учитывать. Десвар ставится на куку. Куку раскастовался, погибает. Спасти его было на этот раз нечем. Сейчас могут вернуться, на самом деле, попробовать. Нет, боятся. Опасно, все на тоненького. Но молодцы TNC, вот прыгнули. Они увидели скайграунд этого снайпера буквально на долю секунды и сразу же ворвались в него и смогли, ну, фактически за один дизейбл вырубить. Это круто было. Это было очень круто. Он мог там поражать в конце Black and Bar, мог бы выжить там на лоу хп каких-то статом, но... Не решил. Так он нажал, по-моему, БКБ, нет? Нажал? Казалось. Вроде нажал и умер. Да, нажал. Да, нажал блокинг. Нажал и умер, да, потому что тычка последняя в него долетала, и он с ней не справился. Не заметил, я думал, прям так, без блокинг-бара. Ну вот еще, да, секунду БКБ выбили лишнюю, тоже приятно. Но опять же, это вот эти расклады, где Вичи Гейминг атакует, убивает двух суппортов, наоборот, снайпер погибает без байбека, это все еще не дает возможности ни той, ни другой команды зайти на Рошана и забрать себе Таигикс. Хотя вот эти все войны происходят именно из-за того, что Рошан жив и ждет своих гостей. Но ситуация пока не позволяет. Меньше 1000 преимущества за командой TNC. Абсолютно равная катка.
снайпер собирает себе еще один защитный артефакт, Ликинсферу. Прекрасно понимая, что в него будут так врываться, и не хотелось бы опять поставляться, хотелось бы блокинбар поражать, просто их убить. Поэтому Линка здесь будет как никуда круто заходить. Ну да, тут вопрос, что, Vortex, стан Рейс Кинга, да, что-то вот мы задоджим, получается. Есть ассалт Кирас у Рейс Кинга уже. Попрочнее он станет, опять-таки, против дэмэджа от того же Свена. Мы видели, как быстро Рейс Кинг рассыпается под Свеном. От снайпера тоже поможет. И причем не только тебе, но и твоей команде, потому что броня в ауре тоже раздается. Попрыгает вперед, папарацци, стан, гэппи, опять на реакции просто блинкаут, но в этот раз папарацци не нажал ничего. Кроме Варкая. Очень ровненько по нетворсу. Бока там хорошо доминирует. Ответка. Нет. Понятное дело, не испугается, не будет. Папарацци очень опытный у нас керри, не будет прожимать на такие моменты. Блокинбары. Хиксов нет, ничего нету. Гэппи влетел первым. Быстро разобрать, постараться. Нам снова сейф. Но ДВ в этот раз неужели выживет? И снова Глиммер Кейп и Сентрик ставит на этот раз. Он есть у команды TNT. Что за паузы? Лаги, 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 лаги. Очень жесткие лаги. И у нас лаги, и у них лаги, и у всех лаги. Ой, очень опасно здесь. Походу патч выходит. В шахматах. Второй сундук, скорее всего. Второй сундук. Кстати, да, но когда они запускают сундуки, потому что он должен будет прям выйти уже, то всегда лаги. Пора бы уже запускать, да, сундучки. Там распродажа в стиме, между прочим, началась. Так что где-то, может быть, и бандл дешевый будет с уровнем. ВД должен же умирать, да, умирает. Здесь Switch Doctor. На развороте пойдут. Вакуум неудачный. Минус Рейс Кинг, но вакуум был абсолютно неудачный. Используется Poison Nova, Storm Spirit влетает, пытается развлекаться соперником. Рейс Кинга вырубают, кажется, второй раз урона хватает. Опять-таки сейва нет, Storm Spirit побил одного, второго. Неплохой разлом. Уничтожили таки Earth Spirit, но на этом все. 2-1 драка. Это все и все фуловые, да. Ну, Свен куда сильнее ВК. Тем более со снайпером на пару, они просто перестреливают его. Нет у него ВК такого большого количества армора и выживаемости. Хотя вроде Кирасу купил, нетворс у него она, побольше. И на той карте она и была, ну, вот эти криты, когда по 1500. Это сейчас Свен еще без критов уже, правильно? Да, да, да. Нету, доедался. Там просто руки разбирает. Ну, там лютый дэмэдж, просто лютый. А сейчас еще вот как раз следующим артефактом появится тот самый заветный. Как еще вот добавить выживаемости? 5 лаги. Так, ну хорошо, если первый раз выходили сундуки, то второй раз, видимо, да, бандл какой-нибудь. No. Шторм Кале. Так вот, как усилять Рейс Кинга? То есть он идет вперед, то есть у него какая миссия? Он зашел, дал стан, в него врывается Свен. Что делать? Я бы усилился бы блейдмейлом. Ну, у тебя просто аутов нету. Ты чем бы... Шиба. Ну, ты видишь вот с Кирасой, что происходит. Ну, добавишь ты еще 10 армурчиков. Я думаю, ничего не поменяется, когда криты добавятся. А вот именно под блейдмейлчик, чтобы крит в обратку залетел, вот это вот можно устроить. А может, айн-дисково? Ну, опять же, ты будешь огромное количество денег тратить ни на что. Тебе нужно как бы Свена пробивать в ответку. Вообще, на самом деле, есть вот самый классный артефакт на Рейс Кинга, который мы, по-моему, не наблюдали в той карте, не успели. Но он планировался. Огоним. Аганим, Блейдмейл, да, он такую роль будет. У него вроде есть, хотя и дэмэдж хочется, потому что... Хотя дэмэдж, это он такой будет периодически со всех, с Виномансера, с Элдер Титана, с аппарата. Да, то есть ты же дожидаешься, когда у Свена все бафы пропадут, по сути дела. И Аганим тебе даст возможность пожить подольше. Вот выбор с Аганимом, мне кажется, здесь будет прям очень хороший. Мне кажется, Аганим, Блейдмейл. Вот Блейдмейл первым артефактом, а потом Аганим собрать. Потому что там криты сейчас, там, не дай бог, Армел подставит. С Рейс Кингом видно, что происходит. Остальные герои, естественно, будут падать намного быстрее, чем Рейс Кинг. Армел, мне кажется, там застоялся на топе. Сейчас опять летит на него и Спирит. И он оттуда в живых не уйдет. Хотя у него блокинбар есть, но... Может и словить стан какой-нибудь от Свена неожиданный. Что у Виномансера? Какой билд он дальше выбирает? Ну, чиз загоним, наверное, опять. Или... Нет, Хелбер тебе взял. Алибарду, да, и нужен. И сейчас и Зерил Блейд нужен. Зерил хорошо. Да, своих сейвить. Вот реально, вот это артефакт must have. На Рейс Кинга кинуть, например. Да, вот когда идет фокус, просто кинуть на своих. Отлично, все. До сих пор стоит тир-1 вышкова на верхнюю линию команды TNT. С ней как раз пытаются Вичи Гейминг разобраться на 35-й минуте. Это зона кукун, сюда просто так не допустит. Да, нет, это его линия, тут извините. Так, Кристаллис уже есть по бабкам. Ну, на вайбеке будут оставлять сейчас. Такая стадия игры. Рошана все еще не трогали. Рошана, конечно же. Рошана все еще не трогали. Столько битв, то ли столько схваток, гангов просто за этого Рошана. А так к нему и не пришли. Какой-то интересный, прям очень глубокий обход в исполнении команды TNT. Но там под дабл дэмэдж от Рейс Кинга, который, к слову, заканчивается. Фейт стоит спинкой.
А, спинка пропала. На хайграунде будут ждать. Надо просто. А там два суппорта выходят. Ой, какие сочные суппорты. Ой, прям влетаю, убиваю обоих. Прям вот сразу туда их выключаю. Но Янг контр-инициирует. Есть вакуум, и инициирование прошло так себе у команды Vici Gaming. Разлом побежал по двоим. Неплохо, Пойзенова. Папарацци нажимает ГДС. БКБ начинает Гэби рубить. Гэби под БКБ старается отойти. Разворачивается Папарацци. Там, видимо, целить другая. Например, Тимса. Тимса постараются выключить очень быстро. Терению с Ори разбирают. Ори под БКБ. Спасти Ори. Есть Сюрдж. Сюрдж неплохо. Штормспирит залетает до конца. Фейт встречает лицом. Штормспирит идет на всю ману и добивает таки снайперу. Два в один. Драка и папарацци. А дальше? Вместе дальше попробовать. Куку здесь точнее. Цепляет. Дивая хотя можно спануть. Там летает. Хороший. И пара байбеков. Пара байбеков. Теперь нужно бежать. Гэби есть реинкарнация. Куку не отпустит. Он привлекает себе массу внимания. Но Рейскинга останавливают здесь же. И будут убивать второй раз. Спасти Ю, наверное, не сможет. И да, Гэби тоже погибает. Два байбека. Ну, время идти на Рошана. Обязаны. Компенсация только в виде убийств Рошана может помочь. Команда TNT не сможет отреагировать здесь на этот заход на Рошана, потому что у Рейскинга отсутствует байбек. И Vici Gaming должны забирать Aegis. Наконец-то. Где просветка? Я не понимаю. Вот Vici Gaming без просветки гуляли постоянно. Теперь TNC. Ну, это погоня за снайпером, конечно, в драке. Это просто сумасшествие. Какой-то бедняжка-снайпер. Ну, на шею сели, и ничего нельзя подделать. Да, вот Рошан будет очень неприятно. На самом деле, забрать ведь тоже трудно. Виномансер байбек сделал. Вот они, стомпы, какие-то айсбласты, плэкварды сейчас наставим туда. Главное не погибнуть, аккуратно все это делать, выигрывать время под Рейскинга. Если Рейскинг успеет появиться, Янг заходит, вакуум стянули, Куку после байбека, стан получается временем от Свена, будут выбивать снова форстаф, и Куку надо спасаться, айсбласт пошел под вортекс. И Куку очень больно. Пойзенова, Пойзенова! Где же Штормспиритер замечательно потроим. Тимса пытается взять. Штормспирит снова залетает, дерется соперником. Один против всех. БКБ подрубил. Надо хотя бы кого-то добить, потому что дэмэдж сплитится. Там Дивай всех захиливает. Своим Будури, Старейшн, Вортексом зацепляет именно Дивая. Снова стомпы, снова эти проклятые стомпы. Как же они и мучают. И скоро появится Рейскинг. Хорошан. Ну, нужно влетать туда, прям под Пойзеновой. Папарацци ГДС нажал. Куку здесь, Пойзенову раскастовал, Штормспирит сюда же, вакуум ставится, точнее ставится в Волф Репика. Вакуума нет, и Куку может после байбека погибнуть. Нет просветки, нет центре, нет дастов, невидимость. Это неуязвимость, факт. Грифсы еще были у Куку, мог поражать спокойно. Чуть-чуть не успел Гэби, вот просто чуть-чуть. Вот был бы он секунд на 10 пораньше, они бы, скорее всего, эту драку даже, наверное, выиграли бы. Ну да, посмотрите, как на снайпера. На папарацци посмотри, он без Аегиса. Ух. Все на тоненького. Но в итоге Vici Gaming добиваются своего. Они забрали Рошана. Правда. И еще плюс ко всему, они, конечно же, выбили байбек у Виномансер, что тоже очень важно. На байбек Airspeed, байбек снайпер. Мы это тоже не забываем. В следующих драках это и может иметь значение. Тот гем появился уже. Тут уже не будут помогать какие-то глимеры. Беда, собирает опять себе супербашер. Надо тормозить будет этого Свена. Или даже снайпера, который стоит на бэклайне. Ну, до кого Рейскинг дотянется, да, скорее. Больше похоже, конечно, на то, что если он врывается, то в снайпер, если врываются в него, то это Свен. Вот машина для убийства. Сейчас 25-й левел получит. Дополнительные как раз силу возьмет. Плюс 40. И будет очень жестко. Ну, его будет очень трудно пробить. Там и снайпер МКБ взял тоже. ТПС свой повысил. Ну, снайпер мы видели, не так все просто. Снайпера заканчивается БКБ, Шторм наседает. У Шторм Спирита появился Бладстоун, у него запас маны. Ну, не безграничный, конечно, но хватает, чтобы гоняться под блокинг-баром за снайпером. Ну, Шиву Бладторн сейчас нужно. Шиву вместо ботла. Ну, не вместо ботла, ботл в седьмой слот кладется. Просто Шиву и Бладторн как раз завершить критами. Было бы неплохо. Ну, эгонимчик. Где-нибудь там эгонимчик. Попытка напасть. Это просто такая... Просветочка была. Эй, ой-ой. Влетают, контр-инициируют первыми. Да ладно, под БКБшками. Нори БКБ нажимает сам, ставит стеверению Волф Реплика. Вакуума нет, Гэби страдает. И Гэби все-таки его уничтожают. Сейчас форстафы должны быть. Ой, по таймингу нет, не по таймингу врывается Эрспирит, то стянули, все равно Эрскинга будут бить. Пошел стеверением Грифсы, Гэби надо спасать, просветили. И Гэби пробивают, его смогли убить. Будет ли байбек? Армел стянул вортексом под тир 3. Папарацци, снова грифсы, снова выхиливают. AU теперь подставляется. Не очень удачная позиция от суппорта команды TNT. Минус 2 от Vici Gaming. Слишком жирный Свен. Супер жирный. Какая-то неудачная драка была, если честно. Ну, ворвались в снайпер, думали, смогут быстро выключить. А снайпер успел нажать БКБ, и фокус пропал. Снайпер с Aegis. Снайпер, пускай всему, с Aegis. Может быть, не самая удачная цель. Но это таргет, который манит, он без байбека. Хоть и с Aegis. Убить дважды хотелось бы.
Шторм Спирит не позволяет зайти на ХГ, просто забирает пачку крипов за пачкой своим Мэбл-Лайтником туда-обратно. Там снайпер просто мидл расстреливает. Под вард. Хороший вардик стоит. Снова Шторм Спирит. А тут глифом защитили. Неплохо, неплохо сыграно Вичи Гейминг. И пора заходить. Этот прокат не удастся теперь, и Тир-3 должны сломать. Глиф ответный от команды TNT. Должны забрать, да. Тир-3, ну... Не хочешь байбекаться раскинку, кей минус сторона тогда. Я думаю, что Вичи Гейминг не отойдут. Или все-таки байбек нажать. Шторм Спирит играет с соперником. Снова вынужден улетать. Он единственный, кто может вообще хоть что-то там, хоть как-то приблизиться к сопернику пока и там что-то поделать. Забирают линию, и Вичи Гейминг отступают. Значит, минимум выполнено. Паунти руны. Вниз нужно телепортироваться. Снова, наверное, я думаю, не будет рисковать. Хотя Шторм может попробовать это сделать. Он, наверное, боится, что его подловит. Хотя летит. Он на всю ману, наверное, просто отпушит эту линию. Можно попытаться пройтись. Ну страшно, может подставиться. Конечно, да, вижу, нет, ничего нету. ПК туда идет. Тоже не идет. Не, он пришел, но не пошел в сторону баунса. Свен сам туда просто двигается, уже сам попараться прокликал. Говорит, парни, с инвизом, сейчас все будет. Баунтирон никто не забирал, еще и с хостами. 4 баунти, да, и преимущество сейчас будет 8, 9 уже, там около 10 тысяч. Ну не знаю, теперь ситуация у команды TNT тяжелая. Они, конечно, героически прождали этого Рейскинга, пока он, в общем-то, вернется из базы, из таверны. Байбек не тратили, но посмотрите, какое преимущество по экономике получили. Гебби ворвался в сам, неужели? Вот так вот просто вдевая, Шторм Спирит залетел, неплохо, минус. Тут же байбек и Рейскинга первый раз лопнули. БКБ нажали, Ори и папарацци. Что дальше? Гебби нажимает БКБ в ответ. Есть Глиммер Кейп на развороте, разлом, под вортекс, неплохо сыграно. Но там тем временем вакуум, точнее не вакуум, а полуфреплика опять-таки. От нее все убегают. Армел без БКБ, доджет стан. Через Бол Лайтнинг отбегают ребята из TNC. Там грифсы, самое главное. Ну, байбек выбили с саппорта от Дивая, в принципе. За это мини-нападение потратили БКБ, причем и те, и другие. Очень много потратили. 5 секунд у Свен, у ВК остается. Я думаю, что у снайпера и у Свена там примерно ну, так. Примерно тоже. Где-то у них 5-6. Вот, а пятерка Свен у 5. Свена. И у снайпера тоже пятерка. Ну, Air Spirit 10 секунд, ток Spirit ток собрал, да, X пропадает, Mask of Madness обратно перекладывает. Кого Хекс появился, пропустил? Хекс, наверное, у... Dark Zero. У DS. Это сейчас очень огромный плюс, потому что под этот Хекс он сейчас порешает. И порешает, скорее всего, прям в первом же сражении, потому что сомневаюсь я, что TNC видели этого Dark Zero на карте и знают, что у него есть Хекс. А это всегда неожиданность. Ты никогда не знаешь, когда этот Хекс появится. Ты можешь на Шторм Спирите влететь, быть уверенным в том, что Dark Zero тебе ничего не сделает, и внезапно получить Хекс. И из него просто не выйти. Типа в последний... Вот, тут тоже, кстати, Хекс. В последний момент нажму, когда там камень полетит какой-то, да, в Спирита. И тогда нажму Блокин Бар, когда, типа, в Сайленсе окажусь. А нет, сразу Хекс получишь, и тебя там Свен разрубится с двух ударов. Тем более, да, Хекс купил себе сам Шторм Спирит, и байбек это у него сейчас не остается. Нужно, конечно, дофармить. Байбеки сейчас будут очень сильно решать. Мы видим, что время идет и у Спирита, и у снайпера. Кулдаун на байбеках проходит, там полминутки буквально осталось. В целом, у Виномансера, правда, тоже. Аккуратная дота. Полторы минуты. Очень аккуратная. Вторую игру подряд. Не лезут команды вперед. Хотя они... Вот, насколько две агрессивные команды? И насколько они хотят попасть в эту тройку? Да. Потому да. что... Сколько мы видели от Вичи Гейминг, быстрые игры, от TNC тоже, 18 минут, в принципе, против ребят из RNG. Ребята-то не маслом деланы, тоже сильные. Сильный китайский коллектив, а тут прямо каждая игра по часу. Да, первая, вторая карта. Заходит Вичи Гейминг сбоку, под смоками, прямо сейчас стоит вард на базе, все еще. Тот вард не снимали, который помогал как раз таки Ори разрушать центральный коридор. Никого не нашли, отбежали. Бежали. Все еще боятся. Ну, снайпер без Аегиса. Это сейчас цель номер один для команды TNC. Откидываются шапнелью. Гэби тут, на передовой. Сможет ли он влететь сам или влетят в него? Руна волшебства. Шторм Спирит взлетать не успевает на руну волшебства. Забирает ее папарацци. Вот это неприятно. Гэби, да, и Свен просто лупит по Гэби. Успевает на фростап. Грифсы есть, будут сейвить. Папарацци прыгают. Кого? Дракона? Дракону крит. Это, конечно, интересно, но это не Рейскинг. Айсбласт. Шторм Спирит залетает теперь, сами влетают, пробуют раскастоваться под вортекс. Есть айсбласт, не самый удачный, Гэби лишился первой жизни. Крит срабатывает по армелу, там через клиф, ему нужно уходить. Мало хп остается, Гэби без реинкарнации, он погибает, байбек имеется, будет и нажимать. Годлайк уже у Свена, идут дальше за соперником, снова форстаф и поезд нового только сейчас используется. Минус аппарат, работают, также еще и по Виномансеру его тоже уничтожил, минус 3. В исполнении команды Вичи Гейминг никого не потеряли, и поезд нового не добивает людей. Но тут хороший прокат тем временем, а Шторм Спирит, и он хотя бы смог лишить жизни Свена. Просто вырубил его.
Жирный очень Личик Гейминг, здорово. Регенится, переживает все вот эти нападения от TNC. У TNC просто не хватает урона, конкретно по какой-то одной цели. Air Spirit живучий, Witch Doctor живучий, даже оказывается, что его забрать это тоже проблема, не говоря уже о кор-героях. Я так понимаю, Дарсир еще поверх пайпа собирает еще и худ. What? What? Или мне так показалось. Нажмите нам на Дарксира. Дарксира, будьте добры там. Угу. Интересно. Очень интересно. Это объект для обсуждения, конечно, нашей студии аналитики в будущем. Пока смотрим, как Шторм Спирит влетает. О, куда же там же сейчас Хекс будет? Сейчас Хекс будет! Хекс! Вот он Хекс! Тот самый Хекс! Армел, ты знал! Армел, ты не мог не знать, что там есть Хекс уже у Дарксира. Это просто халява. Он хотел в темень залетал, ты в своем лесу ничего не видишь. Хочешь убить какого-то суппорта, у тебя нету вижена на него, чтобы даже убить его, потому что он с глимером. Это уже нервы. Это уже нервы. Ну, это, скорее всего, просто потраченный байбек на Шторм Спирите. Я думаю, что Вичи Гейминг — это та команда, которая должна пользоваться подобными подарками и наказывать соперника, конечно. Или Рошана. Ну, это тоже легкий Рошан. Надо, либо ты убиваешь байбек со Шторма, либо забираешь Рошана. Одно из двух. Что будет делать TNC? Ну, да, они просканили территорию, они понимают прекрасно. Ну, если там будет Witch Gaming со Сырым и Аегисом, один у снайпера предмет, другой, конечно же, у Свена. Ну, как драться в такой ситуации, я не представляю. Скорее всего, придется байбекаться. Байбек от Шторм Спирита, он не самый плохой байбек. Почему? Потому что он с базы может пролететь на всю ману. Нужно его секунду. Свен только идет. О, это та сейчас опасная, на самом деле, будет как в тайминг, кто убегает здесь Ори. Ну, это тоже была халява, попытка подловить на ровном месте. Виномастер здесь плэквартер расставляет спину, обходит Дива через каски, может сейчас накрыть двух суппортов. Форстап и Дива, каски пошли, тут же Глиммер Кейп, и Вижена здесь нет, Полидик, по-моему, мимо. И тут же через, опять-таки, очередной Хекс пытается пробить Куку. Куку успел раскастоваться, но там нажаты по КБшке. Тут же прыгивает спину, убивает снайпер нажимает байбек моментально. Ему долго придется дойти до этой драки. Гэби дерется против Свена, тот под Сайленсом бегает под Сюджем. Эффект дебаф еще от поезда новый висит. Тут задеваем, идут ребята из AU и Teams. Кажется, снайпер пришел внезапно через крипов, через травела. Он здесь, он уже стреляет по сопернику. И больно ведь стреляет, минус 3. Рейскинг лишили жизни. Элдар Титан делает байбек. Рейскинг после реинкарнации. БКБ нет. Под фокусом соперника залетает Шторм. БКБ, Рейскинг долго пожил. Под киксом, надо убить Ори. Ори БКБ нажимает и будет драться до последнего. Шторм Спирит, БКБ закончил своего форстав. И он погибает, он после байбека. Ори все еще живет. И Ори расстреливает соперника. Тиммейты рядом. И они будут догонять всех остальных. Оставшихся живых команды TNC лишается еще и Делтер Титана. Два персонажа живы только у команды TNC. Гэби прыгивает, а Ори, он без байбека, добить надо, добивает таки Гэби. Он смог это сделать, реинкарнации, правда, нет, Куку уничтожили. Остается один Гэби, не спрятаться никак. Распирит его, находит роллинг болдер, очередной Гэби. Один против троих, 4, но не 3, выстоять. 2, 1, не успевает, не вот успевает. Только сейчас откручивается реинкарнация. Ну что, пойдут? Нечем защищаться, байбеков нет. И идти нечем тоже. Придется отступить. Тир 2 таур заберут и, наверное, пойдут назад. Трон, там смотри, трон горит. Они минуют тир 2 по верхней линии, они идут в сторону тир 4. Там байбеков нету, там один аппарат. Смотри, улетает Свен на базу, сейчас купит себе травела. Подхилится, ГДС будет через 15 секунд и прилетит. Да, это правильное решение. Это четко. Неужели закончит прямо сейчас? 40 секунд, но это слишком много времени. Через 7 секунд будет ГДС, дезолятор. Как раз таки после глифа. Метеор Хаммер, дезолятор, они покупают все, чтобы быстрее разрушить построение. Ломай давай, Айсбласт, ну нет, Айсбласт один не поможет, конечно. Тир 4 одно упало, Гэби соглашается с поражением 1-1 в этой серии. Браво, Вичи Гейминг. Ух. Только Янка улыбочку. Маленькую такую улыбочку. Ну, тяжелая карта, да, оценить. Очень тяжелая. Кажется, еще на эмоциях, парни. Водички надо попить, да, потому что... Ну, она очень клоуз была. Очень клоус, да. До последнего было непонятно, как там драки. Вот последняя драка могла в целом все изменить. Если там, например, погиб бы Свен, тот же самый, вместе с Ори, игра бы еще не закончилась, она продолжалась, мне кажется, еще очень долго. Рошана бы забрали. Там... Ну, очень круто полетел, на самом деле, на эту пачку крипов с тревелами, снайпер. Просто стрелял всех из-за с ночи, из-за деревьев. Просто его не было видно. Это было хорошее решение, это был грамотный мув. Причем до этого, вот когда он погиб, у него, по-моему, тревелов-то не было. Он просто купил в процессе. Да купил. Пока сидел в таверне, да, это смарт-мув. Смарт-мув — это действительно там 200 IQ play, если не больше. Классная, друзья, у нас матч получается. Вот 1-1 в серии, и вот первая, вторая карта, мы смотрим, постоянная интрига, непонятно, кто победит. В принципе, эта карта по сценарию. Air Spirit, молодец, Фейт, ему 5 баллов надо поставить, потому что если бы не он, начало бы игры не осталось бы за командой Vici Gaming, то, скорее всего, они бы эту карту проиграли.
Мне еще очень хотелось бы, чтобы в третьей карте драфты особо вот эти не повторялись, потому что мы уже оценили противостояние Рейскинга и Свена, обе команды. Вичи Гейминг показали, что они этого Рейскинга победить могут своим Свеном. Поэтому, в общем-то, наверное, можно отказаться от этих персонажей, взять что-нибудь другое. Это было бы очень интересно, друзья. Но по обсуждению второй карты давайте передадим слово нашей аналитике, она разберет подробно. Если вы смотрели наш турнир с самого начала, то вы тоже можете проследить тенденцию, что игры с каждым следующим этапом, они все дольше и дольше и дольше. И я не говорю, что это плохо. Нет, так говорят некоторые люди, но я не буду говорить этого в кадре. Имеем то, что имеем. Команда TNC проиграла на второй карте Vici Gaming, проиграла в затяжной борьбе по московскому времени без 4 минут 11. Но почему бы и нет, продолжаем смотреть доту, но... Продолжим ее посмотреть после разбора этой карты. Тяжелые, напряженные и не очень экшеновые команды опять фармили 50 минут. Ну почему? Экшен был. Ну, был. Ближе к закату. Ну, смотри, вообще, будем объективны. Так. Игры по 50 минут, возможно, это чуть-чуть перебор. Ну, то есть, в идеале, я думаю, хотелось бы, чтобы игры были в районе средняя длительность минут 35. Да, так у нас был этот идеальный патч, нет, буквально месяц назад. В нем были игры минут по 25, окей. А нужно 35. Вообще, мне кажется, сейчас средняя длительность игр как раз минут 35-40, может быть. Ну вот, это на самом деле близко к идеалу, знаешь почему? Потому что хочется, ну, всем хочется. Короче, в доте есть 25 уровней, есть 6 слотов, есть таланты 25 уровней и так далее. И хочется, ну как по плану, я думаю, разработчика в том числе, хотелось бы, чтобы это все использовалось, понял? Чтобы игры не заканчивались, когда еще некоторые герои даже третий ультимейт не успели получить. Уж не говоря о талантах там 20-25 уровня. Хочется, чтобы это все использовалось, чтобы, то есть, игры уходили в стадию, где есть эти уровни, где есть эти шмотки. Другой вопрос, что, может быть, это все должно достигаться чуть быстрее, да, за счет каких-то там вещей. Больше денег там, может быть, должно даваться за какие-то там крипы, вышки, не знаю. Чтобы чуть быстрее люди добирались до этого всего и не были вынуждены иногда уходить в определенного рода ступор. Но это все сложно забалансить, потому что даже денег больше за крипов, там неожиданно выяснится, что какие-то герои стали слишком сильные из-за этого. Короче, на мой взгляд, если не нудить, то вообще сейчас прикольная дота. Она такая, да, она немножко проседает в мидгейме, когда люди уходят по лесам, по полям, но это обычно минут там 5-7-10 такое происходит, но зато потом как красиво, когда вот как раз-таки все герои отфармлены, куча шмоток, куча уровней. Мы наконец-то видим все эти таланты, какие-то там аганимы на любых героях. Ну, то есть, это все прикольно. Ну, то есть, этого не хватало в последнее время с этой супербыстрой дотой, где все просто ауры берут и дерутся. Она была так себе, на мой взгляд. И это лучше, как по мне. Я в целом с некоторыми мыслями согласен. Действительно, сейчас дота, она вот действительно приобретает эту яркую, насыщенную форму, но ближе к концу карты. То есть, ну вот, с середины до конца, вот как раз пик всех интересных моментов сосредоточен в этом промежутке времени. Когда мы смотрели карты по 20 минут, там концентрация событий, она была повыше, но и события были менее интересные. Вот, поэтому сейчас такие карты мы наблюдаем в течение всего сегодняшнего дня. Долгого дня, я не знаю во сколько, в 11 утра по Москве, по-моему, эфир начался, и вот, собственно, 11, уже 12 часов мы ведем эту трансляцию, пусть и со сменой аналитиков, со сменой комментаторов, но люди, которые работают у нас в продакшене, они все эти 12 часов там трудятся, не покладая святые рук. Люди, святые люди. Да, это да. И ведь главное, мы-то, может, где-то поныть можем, а они никогда не ноют. Они только и ноют, но просто мы этого не слышим никто. Ну да, что-то вроде того. Ладно, давайте, наверное, по карте чуть более предметно пообщаемся, потому что здесь на самом деле есть что обсудить. Команды очень плотно шли друг к другу. Вот всю первую половину игры, до того момента, как начались вот эти драки, начались хайлайты, которые мы сейчас смотрим, преимущество ни одного, ну, обоих коллективов, оно не превышало 1000 голды примерно. И таких игр сейчас стало очень много. Я уже даже не знаю, на этом, наверное, не стоит в дальнейшем внимание акцентировать. Просто складывается такое впечатление, что вот пику Vici Gaming было значительно проще играть вторую половину игры. Ну, конечно, там просто выбегает Свен, который точно убивает Рейскинга, стоит сзади снайпер, до которого не добраться и стреляет. Вот. А на этой стадии уже 30-40 минуты твоих героев достаточно, скажем так, сейвобилок, чтобы тебя защитить от шторма. То есть и у тебя уже там отхил появляется, и бьешь тоже довольно сильнее. И в целом обе команды играли классно, хорошо, абсолютно логично, без каких-либо таких, знаете, критичных ошибок или там тупых загулов. Вот. Но все-таки сказалось вот это преимущество Vici, потому как я, мне кажется, и на них поставил. Единственное, что
Единственное, что, вот на мой взгляд, как это можно было обыграть ТНЦ. Вот мне кажется, Виномастер в лейте, вот уже 40-я, 50-я минута должен обладать другими вещами. Потому что вот Драксир, третья позиция у врага, свою функцию полностью выполнял. То есть защитные артефакты, защита шторма, хекс на влетающего шторма, обкаст Свена, который включает его против Виномастера, все круто. Вот. В то время как у Виномастера тоже похожая сборка. Хотя, на мой взгляд, это должен быть атакующий герой. То есть у него гривсы, у него форс, мидас, то есть у него 16 тысяч нетворса. Но, скажем так, то, что он бьет с руки, никому не интересно совершенно из врагов. Залететь на блинке, там, дать агонимный ульт он тоже не может. Хотя, если он просто прыгнет в снайпер и нажмет ульт, вот там под конец БКБшки, который там уже 5 секунд длится, он там чуть ли не умрет от этого, от агонимного ульты. То есть, вот мне кажется, вот этот билд через гривсы на Виномастере, он, ну, далеко не правильный. Ну, просто подумайте, он стоит сзади. Кому он дает, в общем, эти гривсы, защитные ауры? У тебя на амбразуре стоит Прескинг, которого просто бьет Свен, ты ему не поможешь. Он просто как бы выигрывает время для вас. И у тебя шторм где-то охотится, в общем, за снайпером. И вот тоже с тобой рядом нет. То есть вопрос, для кого эти гривсы? Непонятно. Вопрос открытый, действительно. Сейчас... То есть, ну, гривсы, понятно, там я чуть задумался. Они чуть-чуть помогают, вот, но они стоят просто очень дорого. Они стоят там, ну, то есть реально можно чуть ли не блинка гривсы. Ну, это постфактум видно, что, ну, как бы на деле-то так в игре ты понимаешь, что надо бы гривсы. Не, ну я просто играю именно всегда я играю атакующим виномастером, чтобы меня враг не игнорировал. Я всегда балансирую урон физический с магическим. Вот. А здесь, получается, вот я вижу таких, ну, вот это виномастер больше на осаду, мне кажется. Вот такой вот виномастер с аурами, это виномастер на осаду. А здесь нужен был виномастер на врыв с блинком, с агонимом, который просто прыгнет, нажмет две кнопки. Потому что что делали круто ТНЦ, при том, что они проигрывали? Они очень круто разводили врага на БКБшке. Они разводили. Но пока они, в общем, БКБшки стали 5 секунд, ВГ уже набрали свою крит-массу, которую и задавили. Вот. Сейчас, я надеюсь, там Виномастера здесь покажут. Тут внизу будет картиночка с его вещами. Будет потому, по урону. Я буду уверен, что он будет по топ урону. Ну, это классика. Вот. Но этого, скажем так, сильно не хватило. Вот смотри. Ну, второй. Но у него, вот, получается, уже блинк появился с форсом, гривсы, мидас и вот это алебарда. Хотя, опять же, ну ты не спасаешь своего Свена. На кого? Тебе нужно прыгнуть и влить именно критический урон. Не пытаться как бы драку растягивать, потому что чем сильнее ты растягиваешь драку, тем хуже для тебя. Потому что, ну, Свен бегает, всех бьет под Дарксиром, Дарксир всех лечит. Нужно именно постараться максимально кого-то убить, особенно снайпера выключить. Ну, пока вот статистику смотрим, объявляю рубрику «Вопрос от комментаторов». Наши коллеги там задались вопросом по поводу сборки Дарксира. В определенный момент сложилось такое впечатление, что он поверх пайпа будет худ собирать. Оцените вообще это решение. Ну, так он разве собрал? Но, по-моему, он у него в квикбае стоял, просто для него дело не дошло, судя по всему, потому что было это незадолго до завершения игры. Но есть ли смысл вообще в том, чтобы эти два артефакта одновременно в инвентаре носить? Нет. Следующий вопрос. Супер, спасибо. Рубрика «Вопрос от комментаторов» закрыта. Ну, стак резист на самом деле довольно серьезный будет, потому что чем больше резист, тем больше сумма стака, так скажем. Там с худом и пайпом будет процентов 50. Знаете, что я Эрику сказал в середине игры, когда я смотрел тимфайты? Я говорю, что типа вот этот пайп, который он собрал, и в минус играет. Ну да, да, был. Потому что там, получается, драки как были? Он кидает барьер. Ну это в начале. Виномастер до этого там дал какие-то еды там, или кто-то там. И Титан в это время, в общем, всех оглушил, они спят. И дает как бы сплиттер. Получается, вроде как враги должны проснуться, потому что еды на них работают, и убежать из сплиттера. А из-за того, что барьер, они урон не получают и спят. Ну, и такой потом, момент сплит... сложно просчитать, согласись. Было просто 3 раза подряд. Ну, тем не менее, это все сложно. Ну, пайп-то все равно ты вроде надо нажать. Ну, не надо вставать, в общем. Вот какой вывод мы делаем.